Но я работаю во время урока согласно своему ощущению, кому я говорю. Это не определяет мое состояние, а состояние людей, которые находятся, в каком состоянии, в общем, находится группа. Поэтому я не могу говорить сейчас относительно детей там или относительно женщин, которые сегодня первый раз слышат это. Я не могу. Я говорю в общем. Среднему слою сильному, скажем, верхней десятке или 20% из учеников, которые находятся на вершине из всех, в своей внутренней подготовке, не в разуме, в своей внутренней подготовке. Так я направлен, и это не зависит от меня. А если человек начинающий, то мне нечего делать. Он должен слышать. Прежде всего, не умник учится. Если он прилепляется, он начинает слышать, изменяться. Нет пока в нем этих понятий, но это не важно. Я помню себя у Рабаша, сколько я сидел, не понимая того, что он хочет. Особенно читали там на арамейском Зор. Я сидел, и все. Еще полчаса я просижу. Это время я должен сидеть и слушать. Что значит слушать? Какие-то звуки. Все. И это работает. Это действует на меня. Это работает не согласно моему разуму.